Вы у меня часто спрашиваете показать вам свои стеллажи. Я особо их не показываю, потому что они у меня снова разбросаны по всему дому. Вот. И делать съемку со стеллажа мне очень сложно. Вот видите, какой у меня бардак. Вот еще один стеллаж. Здесь тоже вот я тут поливаю. В общем-то, места, как всегда, мало. А вот здесь вот в уголочке еще один стеллаж. Это вот самый первый стеллаж, который вообще у меня появился. Деревянный такой стеллажик. Я уже даже не помню, в интернет-магазине в каком-то я его покупала. Он очень удобный. Я вообще не люблю высокие стеллажи. Вот. Это мне здесь просто необходимость такая была, что я его поставила вот на журнальный столик, и он тут вот у меня между окошками хорошо стоит. Здесь зимой очень холодно в этой комнате. У меня температура здесь падает до 18 градусов. Даже бывало такое, что ночью 16 градусов было. Вот это можно заметить вот по вот этому, по плесени, да, вот на поверхности грунта. Это вот от прохладных условий. Вот, а летом в этой комнате очень жарко. Вот эта плесень, кстати, она некрасиво смотрится, но такого какого-то прям особого вреда фиалкам она не наносит. Лампы, которые я использую для выращивания своих фиалок, они, в принципе, все разные. Есть вот такие вот фитолампы, у меня две. Но в основном это вот такие вот светодиодные светильники. Вот на одну полку, вот здесь вот ширина полки 40 сантиметров. На некоторых полках у меня по две лампы стоят. Они на 6500 кельвинов, 1100 люмен освещение. Вот, вообще, ну, не знаю, мне кажется, невозможно так вот подсказать, да, вот какие лампы нужно использовать именно вам, потому что все подбирается индивидуально. Есть определенные параметры, от которых нужно отталкиваться, но все равно нужно смотреть на свои фиалки, как они себя ведут. Вот, допустим, вот этот стеллаж, это я вот осенью этот стеллаж покупала, здесь все лампы новые, то есть они светят вообще вот супер. И у меня некоторые фиалки просто пересвечиваются. Вот я как раз сейчас достала, вот эту сейчас буду убирать в темноту. И где-то еще там, не помню, где-то уже поставила. А некоторые фиалки чувствуют себя замечательно. Вот, смотрите, Лепалина Виарду. Вот она цветет вообще бомбезно под этими лампами. И причем две розетки у меня, и посмотрите, вот. Вот так себя ведет Полина Виардо. Поэтому лампы ищите видео где-то, ну, кто записывал видео, вот именно с параметрами, да, как вот вычислять на размер полки, сколько люменов нужно освещение. И вот отталкиваясь от вот этих вот основных параметров, подбирайте лампы для своих стеллажей.